сегодня на наших экранах. «Зенит», «Казань» и «Локомотив». Так звучит афиша нашего сегодняшнего матча. Вот первый розыгрыш увидим сейчас. Сразу же первый темп и сразу же Илья Скоркаев. Правильно матчем санкт-петербургский «Зенит» против «Динамо» в Москве. Тоже очень любопытная афиша. Напомню, подопечные Сидельникова в первом матче достаточно сенсационно и неожиданно, наверное, где-то выиграли. В пяти партиях, точнее, и первую партию еще и в Москве взяли. Следит именно за этим матчем. Безусловно, эти матчи надо рассматривать в паре. Конечно же, а здесь Вольвич. Не рискует Макс, как будто подбросил не лучшим образом. А здесь Пай под Курбанова не работает. Федоров на постраховке отлично играет. Михайлов. Михайлов здорово. В одном блоке на групповом обыгрывает Абаев. Тоже неприятная подача у него. Волков справляется, но из атаки исключен. И снова Вольвич. А вот это может быть какая-то домашняя заготовочка от казанцев. Где-то, наверное, пытался напряжение со своих ребят снять. Это ходы все проверены. Здесь Михайлов здорово принимает. Ну, насколько это было возможно, опять-таки. А вот атаки у казанцев не будет. Зачанков. Пока его мы не видим. Его прикрывают. Еще одна атака у Локомотива. Здесь на одном блоке. Не постраховали здесь Волкова. Ведь мяч отскочил именно в ту зону, где никого не было. Снова сложный прием. Пожарный мяч для Волкова будет. И спасает от мяча Баев. Классная передача Казаченков. Здорово, Илья. Уже преимущество такое вырисовывается у команды Пламена Константинова. Если здесь еще отбиться, но здесь Волков Дмитрий. Заставляет взорваться в овациях. Центр волейбола. Кристенсен. Курбанова выискивает. И классный прием от Амара здесь. Здесь Кристенсен просто отобрал этот мяч у дыру. Пока свои лучшие подачи казанцы не показывали вообще. Но вот сейчас есть выбитый прием. Хотя тоже и передача классная это была на самом деле. Казаченков. Закрывает блоком Илью Казаченкова. Казанцы еще больше сокращают отставание. Вот этот самый прием обеспечивает. А здесь не успеет никто из казанцев после защиты Дмитрия Волкова. 17-14. Снова эти злополучные для казанцев минус 3. Где первые две партии летело все, а потом все лететь перестало. Михайлов. Блестящая защита от Абаева. Это был, да, все-таки Абаев. Ну, здесь, конечно, дыру не самого высокорослого связующего один в один, конечно, обыгрывает. Есть блок у казанцев. Еще одна атака от Локомотива. И Александр Костадинов здесь забивает на тройном блоке. Глубоко смотрятся казанцы. Дыру. Михайлов. Есть постраховка. Дыру сам будет передачу на Волкова отдавать. Ну вот важная атака сейчас. Локомотив поднимает после того, как зацепил блоком, скидка. А Казаченкову неудобно бить. Волков. А Волков реализовывает доигровку. 20-20 снова сравнивается на счет. Вот качели сейчас у нас такие волейбольные пошли. Казаченков тоже может очень большие проблемы доставить и доставляет их. Но здесь Дмитрий Волков прямо в линию. Важнейший мяч. Вот от игры Волкова тоже сегодня в Казани много зависит. Вот если еще сделал, но сейчас не получилось подача. А может быть и план такой был. Казаченков на одном блоке. Тут, конечно, проблем у него быть не должно. 24-22. Аут. Аут от Амара Курбанова приводит в восторг весь центр волейбола здесь, в Казани. Потому что казанский «Зенит» повел. Первая партия осталась и подопечными Алексея Вербова. 25-22. У казанцев, как бы, я даже удивился, всего их две. А вот у Локомотива целых 8. Ну вот, вроде бы обсудили мы все, что интересно у нас в статистике появлялось. На этот раз планер тоже в Курбанова, тот надежен. Сам же в атаке. Ах, Федоров должен был этот мяч забирать. Но пустил между пальцев почему-то. Но готовы к этому. Кристенсен сам в приеме. Михайлов, но нужно Максу забить. И наконец-то получается это сделать у Максима. Вот сейчас классно это было. Не пытался там обыгрывать блок. Куркаев, но на этот раз Федорова. Илья на месте. И поднимает Локомотив этот мяч.
Михайлов. Здесь такая имитация атаки. Казаченко. Блоком его прикрывает еще одна доигровка Локомотива. Лызик с какой-то там 13 этажа сверх поверх Конного, у которых в 2.10, кстати, к слову. Плюс 3. Рывочек от Локомотива на подачу Илья Скуркаева. Федоров пока неплохо очень доводит. И что здесь? Остается мяч в игре. Кристенсен. Через дыру решил играть. Хотя понимал, что Лызик там упал и восстановил позицию. Хотя, да? Хотя, опять-таки, Лызику достаточно просто около сетки, кстати, поднять руки, чтобы уже какую-то агрессию на блоке показывать. Вот как сейчас, например. Классный первый темп. Дыру. Снова забивает Сэм. Сэм в атаке сегодня очень здорово выглядит. Дыру. Снова на Курбанова. На этот раз есть классный прием. И сразу же Лызик. Ах, Илья Федоров был очень близок к тому, чтобы мячик поднять этот. Но пока. Пока мимо. Здесь вроде классный подброс. И какова же подача. Но Волков мяч этот в игре оставляет. Лызик в защите на задней линии. Вот что-что, от кого уж неожиданно, так неожиданно. Но там казанцы могли это мяч спасти, но все равно кто-то сетки уже задел. Сейчас в дыру это все получилось. Волков что придумает? Придумал на ту сторону отправить мяч. Тоже неплохо. Нужно защищаться сейчас. Ах, Федоров вот близко. Вот он эти мячи должен, конечно, доставать в такой ситуации. И уже несколько вот таких... Вольвич, его планер. Снова в Курбанова. Здесь просто как по нотам, как на тренировке. Классный прием от Курбанова. Ну, а дальше дело техники. Абаев и Куркаев. Ведь летит мяч классно. Макс мяч в игре оставил. Волков. Забивает Дмитрий Волков. И ведь все это ради... Благодаря подаче Маки Кристенсен. Кстати, Кристенсен, интересный факт про него, с очень большими весами работает в тренажерном зале. Классный прием от Деру. Прямо на нас, на плюс-плюс. Михайлов. Классный прием от Милкозерова. Здесь отбились от атаки Лызика. Деру. А вот и первый блок Локомотива, кстати, к слову говоря. Есть прием от казанцев. Михайлов доверяет ему Кристенсен. Все равно своей легенде. Легенде не только казанского из «Зенита» российского, но и всего мирового волейбола. На этот раз не силовую решил в Савина. Савин лишь над собой. Казаченков. Есть доигровка у казанцев. Дыру. А дыру вот так. А дыру вот так. Вот это 24-е очко. Вот дыру забил, а Курбанов не забил. И снова ошибка Курбанова на подаче. Дарят казанцам 25-е очко. Вот, Дмитрий Волков также здорово пока действует в атаке, но не так часто, как и Макс или Сэм. Ну а здесь пока у нас казанцы на блоке. Очки набирают. У казанцев таких попыток было всего две, да, учитывая качество приема казанцев во второй партии. Да и в целом, наверное, Локомотив. Таких попыток было 7. И 6 из них были реализованы. А здесь Дмитрий Волков персоной. Если не доигровщик, мне кажется, Волкову надо было блокирующим стать. И снова здесь казанцы смягчают. Дыру. Дыру задней линии. Очень здорово сегодня Сэм действует в атаке. И 22 всего парни из Новосибирска. Здесь, наверное, в этом тоже разница определенная кроется. Здорово здесь Коннов прочитал, что не будет атаки. Убирал руки. Козеров на месте, мяч в игре оставляет. Но не будет снова атаки у Локомотива. А что с передачами? То. И снова Сэндеру, и снова задней линии. И как будто уже сил радоваться у казанцев не осталось. И такая определенная цель для казанцев, да, на блоке. Его искать, через него атаковать. Потому что не самый богатырский рост у этого связующего. И казанцы, конечно, Кристенсен все это понимает. Безусловно, должен этим пользоваться. Вот второй у нас определится по итогам этого матча. Пока все-таки казанцы, наверное, ближе. Казаченков здесь. Ничего себе, если бы Дару и этот мяч поднял еще. Нужно тайм-аут взять. Подача хороша, Федоров на месте. Сэм Дару снова в задней линии. Здесь мог защищаться Лызик. Да, и не понимает,
сейчас проводится весь сезон в китайской лиге. Адеров очередные очки в атаке набирает. Еще не ошибки в приеме. Вообще все классно было бы. Атанасов. Получите, распечитесь. Казанский блок здесь, тут на месте. Тоже укорачивает. Лызик оставляет принимать. Казаченков. Ой, там на одном блоке. Там, конечно, надеяться казанцам было не на что. Федоров справляется. Михайлов. Здесь, конечно, не успевали. Савин. Не успевал Лызик. На разорванном блоке Макс. Для этого нужно и силу, и все. Ну вот, вот что-то такое. Доигровка. Артем Вольвич. 19 очко. Алло, Динамо. Станет озарением, но Волков справляется с ней. А Михайлов на одном блоке, конечно, разбирается, учитывая, что там тоже невысоченный Атанасов. Ой-ой-ой. Выбитый прием. Казаченков очень пожарный мяч будет исполнять. И это казанский блок. Ну и браво Сэм Деру. Держит подачу бельгиец. Матчбол для своей команды. Артем Вольвич на подаче. Атанасов в приеме. Савин, Савин в задней линии. Артем Вольвич в защите. Константин Абаев. Нет, это Атанасов на подаче. И все. Это ошибка. Казань выходит в финал против Кубка России после поражения. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что любите волейбол. Спасибо, что волейбол смотрите. Но самое главное, честными людьми всегда оставайтесь. Эдуард Галямов сегодня комментировал этот матч для вас. Услышимся и пока.